Большинство сделок с недвижимостью теперь можно совершить только через нотариуса. Новый закон, подписанный президентом России, повысил полномочия нотариуса, обязав его ставить печать на многих важных документах. К примеру, в документах об отчуждении имущества несовершеннолетних или ограничению дееспособных людей, сделках купли-продажи долей на недвижимое имущество и землю. При этом документ предусматривает снижение нотариального трафика, тарифа за удостоверение сделок, если недвижимость передается близким родственникам, супругу, родителям, детям, внукам. По словам экспертов, сегодня тариф на удостоверение купли-продажи квартиры ценой в 5 миллионов рублей составляет 15 тысяч рублей. Если сделка совершается между близкими родственниками, 13 тысяч рублей. Серьезные изменения произошли в семейном кодексе, и установлена обязательность нотариального удостоверения, соглашения о разделе имущества, нажитого супругами в период брака. Вот эти все виды сделок теперь должны будут совершаться в нотариальной форме, в простой письменной форме, они не могут быть составлены. Мы надеемся, что введение нотариальной формы повысит гарантии на рынке недвижимости и создаст дополнительные условия ее безопасности для всех участников.